Смоленской области открылась 4-я летняя профильная смена для подростков «Патриот». Проводится она уже 4-й год подряд по инициативе УМВД России по Смоленской области. Важной особенностью является то, что все участники – подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Главная задача – изменить их картину мира в лучшую сторону, оградить от преступных соблазнов, воспитать достойными патриотами и защитниками своей родины. Очень хотелось бы, чтобы данная смена, эти 2 недели, которые вы проведете в прекрасном лесу, в прекрасных местах, которые вы бываете, будете много проводить экскурсий, будут проводиться с вами занятия, чтобы вы вынесли с этих мероприятий все самое лучшее, чтобы у вас остались только самые лучшие воспоминания, самые лучшие впечатления. В этом году сюда приехало 128 подростков со всей Смоленской области. Кто-то оказался здесь впервые, а некоторые и раньше призывались в ряды патриотов. Планируется посещение пожарных частей. То есть вы вживую сможете посмотреть, что такое пожарная машина, посмотреть, как работает пожарная, оценить их труд. Ну и, соответственно, может быть, сделать свой выбор в пользу спасательного дела. Как и прежде, юные смоляне сразятся в интеллектуальных и спортивных играх, поучаствуют в мастер-классах и различных тренингах, творческих фестивалях, экологических и социальных акциях. Патриотическим воспитанием подростков будут заниматься сотрудники органов внутренних дел МЧС, Росгвардии, а также профессиональные психологи. Нам бы хотелось, чтобы вы здесь не только отдохнули, но и занимаясь спортом, занимаясь искусством, просто общаясь. Нашли себе побольше друзей и были действительно настоящими патриотами, чтобы мы гордились вами. Несмотря на схожесть с предыдущими сменами, «Патриот-2017» имеет ряд отличий. Так, впервые за время проведения он открылся на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок» в Ярцевском районе. Плюс участники разработали проект собственного знамени, которое на торжественном открытии было поднято вместе с государственным флагом России. В этом году отряды, на которые разделили подростков, были названы в честь сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Александра Буханова, Ефима Макаренкова, Владимира Максакова, Адриана Федосюка. Помимо этого, на торжественной церемонии открытия полицейские вскрыли капсулу с посланием от участников смены «Патриот-2016». В письме подростки выражали искреннюю надежду на то, что нынешнее поколение продолжит заложенные традиции и будет принимать активное участие в жизни смены. Желаем вам успехов во всех начинаниях. Большой привет от 8-го отряда «Патриот-2016».